О-о-о, Игорь, иди сюда. Сейчас начнется. Да какой начинается? Даже титры не появились. Подожди, а мы придумали титры? История одного комикса и двух братьев. А не история двух братьев и одного комикса? Слишком длинно. Может, другое начало запишешь? Да нет, уже лень. Сегодня презентация. Итак, проект братьев Зиненко. Она начинается буквально, сейчас скажу, через полчаса мы хотели выходить из дома. Давайте поприветствуем их небольшими аплодисментами. Дома у нас Бендера. Через полчаса. Я еще не хочу центр. Время пока. Пока на нашей стороне. Отлично, замануха пошла. А теперь перемотаем в самое начало. Так, стоп. Сегодня я поеду обсуждать, как все будет проходить, потому что пока не совсем понятно, что это и как будет. Там посмотрим. Вот, идет подготовка. Игорь делает открыточки. Мы готовимся к презентации. И вечером, и с утра. Во время работы. Тихо, не болезнь. Мы пытаемся успеть, потому что короткие сроки. Это все должны напечатать и доставить. Вот такое место, где нас искать. Вот здесь мы будем. Здесь сюда, к нам, на 8 октября в крепости, это парк Невского. Мы будем здесь, в том числе, со своими комиксами общаться, говорить о творчестве и так далее. Сегодня у нас уже суббота, сегодня как раз у нас презентация комикса в крепости. Для того, чтобы подготовиться к этому дню, пришлось поторчать ночью. Я вот буквально вчера лег в 5:20. Сегодня встал в 8:00. Для того, чтобы мы успели сделать баннеры, я перерисовал их, делал больше. Вот ценничек такой придумал. Получается, я сидел и ковырял комикс, доделал комикс, рисовал открытки. В общем, глаза у меня уже все красные, не знаю, видно или нет. Помимо того, что я засиживался до вечера, я еще работу делал, поэтому здесь было сложновато. А Саша... Ну что Саша делает? Саша где-то тут бегает. Что-то делать нет. Ну Саша, конечно же, бегает, узнает все, где печатать, где прочее. Прибирал презентацию, смотрел, что нам понадобится с собой. Но сейчас мы готовимся. Уже последние штрихи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, мы уже готовимся. 10:26. Игорь. Время. Да, потолок. Потолок. И мы уже готовимся сейчас ехать на Украину. Будем покупать страховку сейчас, чтобы нас пропустили в Украину. Наша просто кончилась уже, месяц работает. Надеюсь, там не будет очереди, и мы быстренько заберем комиксы и вернемся в родное Приднестровье, чтобы здесь вместе с открытками, вместе с наклейками, с комиксами мы это все берем. И лицезреть их, наслаждаться. Да. Заряжаемся позитивом с самого утра. Выспались? Нет. Погода за окном плохая, но мы заряжены позитивом. Счастливые концы света. А что вы хотели? Если презентуется такой комикс, как они это придумали? Все должно быть прям вот плохо, но все должны быть счастливы. И эту счастливую атмосферу мы будем сегодня создавать. Ну, вот, друзья, как выглядит счастье. Бумага запакованы, пакеты. Вот, целая пачечка комиксов, 100 комиксов открыт. И раз распаковывает, вот пощупать. Поняли, кто у нас отвечает за контроль? Контроль Игоря. Игорь сказал, сделаем комикс. Сколько времени займет? 3 месяца. Так прошло 6 лет. Поэтому комикс родился не просто. Пока что все так же. Как у меня Алексей, 15, теперь. Мне кажется, она стала даже ярче.
И так. Мы готовимся идти на презентацию. У нас 4 портфеля, сумка для колонок и голый Игорь, чтобы подать жару. И, наверное, это тот момент, когда ты понимаешь, когда Катя Безрукова говорит, что они на Комик-Коны едут с огромным количеством сумок и чемоданов. Нужна целая команда, чтобы со всем этим поспевать. Вы, ребята, молодцы. Если не видели, кстати, посмотрите видео, где мы разговаривали с Катей. И мы уже близки, мы уже даже опаздываем отчасти. Вон, 14:01. Мне уже Дима звонил, нас поторапливал. А мы еще баннер не забрали. Поэтому мы активизируем наши активы. Вова, тебе привет. Скоро увидимся. Катя, Света, вам тоже привет. И твоего телефона никого нет. А, да. Крепость вся пустая. А сейчас давайте все погнали. Эти тяжелые баулы сами себя не донесут. На сегодняшний день, уже когда первые экземпляры распечатаны, лежат там, вы их посмотрите. Комикс уже находится и в Америке наш, и в Швеции есть, и в России, и в Украине. Поэтому комикс уже постепенно начинает набирать обороты во всем мире. Так, глобально. И, конечно же, вы видите прекрасные работы. Это художников, художники, да. Наши знакомые, опять же, как Игорь сказал, благодаря комиксу мы смогли найти новых людей, которые занимаются творчеством, которые увлекаются творчеством. Разделяют. Да, и твой собственный мир от этого становится больше и богаче. Друзья, если вы занимаетесь творчеством, я знаю, как непросто окружить себя людьми, которые поддерживают вас, которые понимают вас, которые не скажут: «А зачем ты это делаешь? Займись чем-то другим». Люди, которые тебя поддержат. Поэтому, когда вы находите таких людей, держитесь к ним поближе, потому что вы всегда сможете зарядиться от них и зарядить, я надеюсь, их тоже. Да, вдохновение. Все, пока. Пока. Сегодня получился очень крутой атмосферный день. Суббота неожиданно так вот развернулась. И мы целиком с вами пробегали все в попыхах. Мы только одно заканчивали, нам тут же звонили: давайте приезжайте сюда, нам же делать другое. Мы там пытаемся рассказать лекцию, а здесь Вова, Катя и Свет уже помогают за стендом продать комиксы, разговаривать с людьми. И где-то мы в ступоре, потому что мы столько перебегали, что мы уже не можем сейчас переключиться, допустим, на продажи. Или, знаете, ты чувствуешь себя некомфортно, потому что это свой комикс, и как бы, ну, неуютно людям продавать, как будто бы что-то не то. А тут, ребята, спасибо вам, друзья, огромное, потому что без вас мы бы не справились. Максу, кстати, да, спасибо, который нас снимал. Спасибо всем, кто подходил впервые, познакомился с комиксом и слушали нас внимательно. Нам было очень приятно, потому что хорошо, это было здорово, да. И поэтому мы хотим поделиться с вами вот этим вот частичкой позитива. Я чувствовал такую рождественскую атмосферу. Праздничную, новогоднюю. И это здорово. И поэтому спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, кто слушал, сделал кто этот день, посещал наш стенд. Да. Приятней. Тем, кто не посетил, мы чувствовали, что вам тоже интересно, и нам хотелось бы поделиться. Нам уже пишут люди, которые просят, как можно и отправить комиксы. Да, пишите нам. Получили как раз. Пишите нам. Спасибо всем, кто нас репостил. Сейчас. Да. А сейчас мы идем, будем обнимать. Да, пойдем домой и будем разглядывать комиксы, которые все-таки мы получили и открыты. Наслаждаться до конца этим днем. Всем до встречи. Не пропусти следующие «Концы света». Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.